Всем привет, ребята! У меня появился вот такой вот осциллирующий дождеватель с турбомотором. Значит, сейчас посмотрим, как он будет работать. Ну, выглядит он очень просто. Я думал, он по фотке в интернет-магазине меньше будет, но он оказался довольно-таки габаритным. То есть где-то сантиметров, наверное, 50 в длину. Вот и так вот он работает. Сюда подключается шланга. Вот тут есть фильтр для того, чтобы не засорялось. В комплекте есть вот такой вот штуцер. Он накручивается сюда на дождеватель. Вот таким вот макаром поджимается вот эта вот гайка. Сюда одевается, значит, коннектор для шланга 3/4. Так вот он выглядит. И сюда одевается сам шланг и зажимается вот этой гайкой. В дождевателе, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 форсунок, через которые будет идти вода. Тем самым будет поливаться большая площадь огорода. Ну, сейчас подключим шланг, посмотрим, как он будет работать. И подключаем его к шлангу. Там работает он теща. Ну и вы видите, как он работает. Эта штука вращается. Вот. Туда-обратно. И поливает огород. Я заметил, что с одного отверстия не идет вода. Видно, забилась. Вот я взял вот такую вот обычную булавку. И сейчас булавкой я попробую прочистить эту форсунку. Потому что она выполнена не из пластика. И ее легко прочистить. Сейчас мы это и попробуем сделать. Оп. И водичка пошла. То есть получается там либо, ну, может какая-то частица мелкая забилась, а может то, что прибор новый, и там какая-то пылинка засорилась. В чем прелесть, что вот такой вот булавкой можно прочистить форсунки в любой момент. Вот так вот он работает. Туда-сюда ездит, вперед-назад. И поливает смородину. Вывод какой, что чем больше насос, тем лучше. У меня ручеек, вот и он на ручейке. Поливает вот так, сколько хватает мощности насоса. То есть, видите, так создает такую волну фонтана, типа того. Вот, значит, разобрался с этим переключателем. Тут есть 1, 2, 4 положения. То есть, если присмотреться, вот эти вот значки означают, поливает весь огород влево и вправо. Вот этот вот значок означает, поливает левую часть сторону огорода. Вот этот значок означает, поливает правую сторону огорода. Вот. И получается, таким макаром, поворачивая вот этот вот переключатель, можно вот выставить на нужный нам режим полива. Вот такая вот формируется волна из дождя, такая широкая. Видите, 18 струек. Струйки опускаются то вверх, то вниз. Можно поливать любые растения, капусту, рассаду, помидоры, огурцы. Так вот оно капает, дождик, образуются лужицы воды. Сейчас я поливаю смородину. Такие вот капли дождя капают. Ну, кому понравился дождеватель, ссылку я оставлю под видео. Это интернет-магазин farmershop.com.ua. Размер политого участка зависит от мощности насоса. Ну, я поставил его на табуретку, чтобы он стоял на возвышении. Как вы видите, отдачи нету.
у этого дождевателя, то есть он не слетает с табуретки, при этом он к табуретке ничем не прикреплен, видите? То есть струйки воздуха давят его, как бы прижимают к табуретке. Он не ездит туда-сюда. Возле беседки по чуть-чуть начинают распускаться розы, плетущиеся. Муравьев пока не видно. Метод с муравьями работает. И сейчас проверим на другом конце, как оно заливает участок. Например, это капуста тут минут 15 поливает. Залило сантиметра 3-4. То есть земля сверху влажная, очень долго была земля сухая. А где, если отойти от политого участка, да? О, вот тут земля такая. Тук-тук, войдите, бетон. Вот. И уже тут, где поливает, уже сразу грязь образовывается. С другой стороны участка, с другого конца тоже где-то... подмочило меня чуть-чуть. Ну, где-то сантиметра 3-4 оно промочило за 15 минут. То есть за час оно промочит где-то сантиметров 5-10. Спеет, кстати, уже спелая смородина. Спеет крыжовник. Механизм выполнен из пластика. Так вот выглядит, так работает. Вот штуцер, шланг, вся вот такая вот система.